За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств привык. Сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет... Отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись. Оставь розетку мне. Мне надо срочно обновить свой блок. У меня заряда еще на несколько часов. Это же ультрабук. Все в порядке. С Ультрабук все прочее кажется старомодным. Представляем ультрастильный Ультрабук с ультраемкой батареей. Новую категорию компьютеров на базе процессоров Intel. Всем привет, друзья! Это Стар-серия Старладера, с вами Слэм. Смотреть мы с вами будем первую встречу сегодняшнего дня. Как вы уже все прекрасно догадались, Alternate Tactics против команды 3D Max, друзья, французская организация, новоиспеченная команда словакская. И вот с них, как видим, уже есть Guardian. Сейчас парни играют раунд на ножах. И, наверное, стоит, конечно же, уделить немножко времени небольшому анализу. Ну, не то чтобы анализу, а хотя бы посмотреть вообще, кто такие 3D Max, к чему приведут нас Alternate Attacks и чего нам вообще следует ожидать. Друзья, да, также по ходу вы можете написать на сайте ksgo.starladder.tv. Ввиду небольших сегодняшних проблем в студии у нас недонастроен звук, то есть он не настроен как обычно. Поэтому, если что, сообщайте что да как. Ну, вот здесь, в принципе, все закончилось. Как я понял, в Knife раунде 3D Max будут начинать за защиту, за атаку будут начинать Alternate Attacks. Нам сейчас худ быстренько пофиксят. И вкратце, наверное, о составах. Кто же у нас выступает? Ну вот сверим составы. Как видим, за Alternate в официальном заявленном лейнапе играет у нас Еска, Феликс, Кристал, Соли, Крак. Ну и по сути дела здесь... такие же составы, только непонятно, кто такой Камикази. Ну вот, а у 3D Max неизменный Guardian, PHP, Snake, Suna и Капи, конечно же. Они уже здесь и уже вовсю разыгрывают первую половину. Кстати, играют на А, в преимуществе, плюс Деко, и еще себе в плен дали, какие молодцы. Ну вот, стяжку на закрытый ловить рано или поздно как бы придется. Ну, я думаю, здесь сейчас... Ой-ой-ой, немцы, посмотрите, как четко все делают. Разбрасывают дым сначала, изолируются от первого парня на верхнем горбе, но у 3D Max тайминговая стяжка, и сейчас будет очень-очень тяжело эту бомбу разыграть в свою пользу немецкой команде. Вот с самого пистолетного раунда проблем себе на пятую точку-то нашли вот с этим выходом на закрытый. Так, Рака здесь вообще не почувствовал. У нас Капи, который в паре с PHP и с Гвардианом нормально разыгрывает. Солик ласт, и за ним будет сейчас роковая охота. Хотя Солик... А, там деф-бомба, да, Солик заходит в спину, там уже дефится бомба, но он свои минус 2 все-таки делает. И, как видим, x2 за Снейксом, за Капи минус за Гвардианом. И первый пистолетный раунд был сыгран очень-очень... так сказать, быстроватенько. Я сейчас попытаюсь зайти на Twitch TV, друзья, попасть в дашборд наш великолепный, чтобы почитать ваши комментарии, конечно же. И если получится, то я буду очень-очень рад. Чат на Твиче, ребят, не стесняйтесь, пишите. Главное сейчас отстроить звук за этот матч, чтобы у нас к следующим встречам все было более-менее четко. Дилей на стриме 120 секунд, поэтому общаться с вами в прямом эфире не могу, но вы мне можете писать в Twitter SL4MTV, и я там передам привет, если вы мне туда его зашлете, естественно. Здесь, как видим, быстрый выпад под дым от атаки на бомбу, и они играют, кстати, на вторую бомбу подряд. Вот сейчас Камикази поставят, смотрим. Бомба встала, и вот тут уже с четырех сторон просто лалакают, балакают, и в итоге PHP отстреливает. Итак, вот нужно было, конечно, к такой трансляции подготовиться. Вообще о команде 3D Max можно сказать многое. Вот есть знатоки сурсцены бывшие там, которые могут рассказать кучу всего интересного про Гвардиана, про PHP, слэмшки, звук отличный, вроде как лагает частенько. Ну вот насчет лагов я, ребят, как бы извиняюсь сразу.
Но сегодня что-то с серверами, потому что уже 19 дропов до сервера в Амстердам, и примерно где-то 600 дропов мы словили на немецкий сервер. Я еще заранее сегодня настраивал трансляцию, пытался все замутить. Так, пытался все настроить заранее, но вот сервера немножко подводят. Но это ничего страшного. Давайте смотреть, что будет немецкая команда делать. Вообще, за немцами смотреть интересно. В КС как раз вот немцы... Немцы вообще первые, кто обыграл команду НИП. Я-то все-таки надеялся, что кто-то из СНГ сможет надрать этим парням их розовые щечки. Но вот, к сожалению, для болельщиков из СНГ и любителей КС GO, все-таки победа ушла команде не факулти. Но, опять же, это был один из ЕМС кубков, который, кстати, мы будем освещать, друзья. Трансляции с ЕМС планируются с группового этапа. Как только будет финальный групповой этап, 4 онлайн-кубка мы пропустим, хотя, может быть, и не пропустим. Просто мне кажется, что многие команды будут принимать участие в эти дни переносов, StarLadder не избежать. Но это мелочь. Это мелочь, об этом потом. Тут пока что первый бай, и немцы готовы выйти на закрытый. Выходят они 2 в 5, 2 в... Нет, 2 в 4 выходят, один на стяжке, минус верхний. PHP упал, Snakes не был, естественно, готов к приему нижнего. Он уже получил инфу о верхнем, пытался посмотреть наверх, ну вот вышли снизу, застали врасплох, Рака пытаются, как видим, запустить в упор, получится, нет, и 3D Max в упоре отбивают, отбиваются от пуши, которые хотели разыграть немцы, но у них здесь ситуация хитрее, здесь есть вот этот персонаж, который может сейчас зайти в спину и наказать, Камикэзи, минус гвардия на верхнем, и в спине зажимайка, приседайка, минус капи, 2-1, 2-1, и немцы берут свой первый раунд. Вообще от этого матча ожидать... Вообще, от первой игровой недели, наверное, друзья, ожидать нам пока что чего-то такого не предвидится. То есть, я думаю, интересный матч, конечно же, будут, да, но на первой неделе, как обычно, мы вот в том сезоне также первую неделю провели. И в этом будем знакомиться с участниками, смотреть, что как. Кстати, вот скоро у нас запустится один интересный разбор проекта, если я не ошибаюсь. Да. Да, говорит мне футболист. А Капи в этот момент ловит гранату прямо в лоб. И его тут неплохо накошмарили. Давайте посмотрим на PHP. Вот парень там вообще, по-моему, хочет показать немцам, где раки зимуют. Эй, да-да-да-да-да-да. Не, команду 3D Max вы можете вспомнить по другим тегам. Сейчас это, конечно же, тег 3D Max от французской организации. До этого команда называлась по-другому, и дабы не соврать, промолчу, как она называлась, но мы видели выступления таких парней, как Оскар, Снейк, Скайпи, Гвардиан, и был у них еще один чувак, четкий воин, которого они, кстати, и заменили, который забил, и поэтому взяли PHP в команду. Ну вот PHP — это легенда Сурса, там, мега стрелок, Гвардиан тоже, это, не знаю, как вот принципиальный враг для Very Games, или Very Games для него принципиальный враг, пока что непонятно, просто именно эта команда всех удивила своей жесткой игрой на чемпионате так, где проходил турнир? В Праге, вот, точно, в Праге, вспомнил. И показали реально максимум. Так, тут пока что Феликс невнимательно выходит, не заметили здесь Снейкса, который стоял, мы видим, Солик его, естественно, сразу же пробрил, но тема такая, что защита позиции своей сохранила, и PHP сейчас будет только набирать верхний гор, все влетает вообще уже в плент, минус Солик, бомба стоит, и Камикэзи последний, ну вот, какая-то качель пока по раундам происходит. То быстро играют альтернейт-атакс, то медленно. Вот вышли на закрытый, и раскладов позитивных нет. Такс. Где тут телочки? Сразу же в чате у нас тут спрашивают. Вот это я понимаю, вот это стрим. Так, триксы запрещены. Купите инет. У меня вообще 37 FPS, реально. 80 мегабит полет нормальный, вот кто-то пишет. Не, ну, друзья, тут интернет может быть хоть 100 мегабит, но ваши 100 мегабит, они будут до чердака вашей квартиры, до вашего дома или вашей квартиры, неважно. А вот канал на Амстердам уже непонятно. Ну, мы выбрали Амстердам, друзья, потому что на него всего лишь 19 дропов при вещании, а вот на сервер в Германии, во Франкфурте, там вообще беда. Там просто было 900 дропов, хотя пинги меньше. Так, Гвардиан сейчас будет у нас убивать зелень. В этот момент альтернет уже агрессивно сыграли на закрытом. И Гвардиан, как видим, промазал. Промазал. Ну, еще есть вот шанс у интернет пробиться на самом-то деле, если зелени сыграют правильно. Но там 100% надо давать минус, поэтому, видимо, выберут сейчас стратегию какого-то выжидания непонятного. Кристалл закрытый. Кстати, 3D Max за счет как раз-таки аркады втроем на винт сделали, ну, на котлы, да, назовем это котлы. Зааркадили на котлы и сделали минус. Минусы ключевые. Первые вот два фрага, которые были. Кристалл минус Нуэкс великолепно играет под закрытым.
развел гранаткой, сделал вид, что будет проходить на верхний. Чувак отвлекся на гранату, но потом все-таки решил чекать выход с нижнего. И в итоге это повлекло за собой негативные обстоятельства. IPHP убрал зелень, не дал Солику открыться. Он, кстати, там разыграл медленно с начала раунда. И сейчас Кристал в паре с Камикейзи вдвоем сыграют на мид под его супер прямую флеш, которая не туда упала. Все просто, тебе теперь уже... Ну, это ГЛ, ГЛ альтернейт. Вот сейчас они... Шанс есть только если отстрелить. Вот флешка была вообще бы нормальная. Нет, вот зашла вторая флешка интересная. И как видим, PHP спалил выход сотки. Видит проход на апдаун. Естественно, PHP в шоке. Ставит каким-то чудом хедшот. Дальний за трансформатор. Но вот не доконтрил немножечко он парня. Нет, он хедшот поставил наверх. Он не доконтрил парня, который под транс заходил. И мне нужно сразу с этим прописать рейты, наверное, вот такие. Так как я нахожусь сразу же на сервере, просто вы видели, да, что чувак-то как бы у меня сейчас стрелял, а попал по голове, но труп почему-то умер через несколько секунд. CSGO, прелести жанра, друзья. Фаст выход закрыт, и Snakes герой раунда, наверное, сейчас будет. Давайте смотреть. Пока 4-2, что ж, немцам нужно еще где-то найти 2, желательно 3, чтобы более-менее ровно начать играть вторую половину. Кстати, напомню вам, что команда Alternate, вот, давайте посмотрим ее, наверное, небольшую матч-хистори, пока Snakes Guardian'ом веселятся. И по матч-хистори у них такие расклады, что они буквально недавно проиграли команде NIP, если я не ошибаюсь. Это был рейд кал, да, это был рейд кал EMS One, друзья. Там они 9-16 уступили в сингл элиминейшене, как я понял, после чего, естественно, вылетели. Они сыграли против Team Norvegia на карте The Train со счетом 16-13, а вот Непам проиграли на Мираже. Значит, на трейне нам стоит ожидать здесь какой-то хорошей игры. Хотя, знаете, норвежцы тоже непонятно, как играют, а по раскладам-то там счет был финальный 16-13. Кстати, тоже онлайн, да, но сингл элиминейшн, опять же, здесь в лиге StarLadder TV команды могут сами подумать головой и принять решение, где играть и где не играть. Как бы с кем играть и как играть, что самое главное. То есть тут можно слиться, не знаю, ESC там, да, не в ВГ, но выйти на ланы, как бы, да, постараться. Так, ну что, немцы снова начинают бушевать. Обратите внимание на дефенс команды 3D Max. Он ничуть, ни капельки даже вот не опасный для агрессивных позиций нападения. В 100 никто не заходит. Капи играет на чек с плунта, Оскар на стяжке. И вот эти вот вообще какие-то непонятные кровололенные вот эти вертолеты. Как-то они странно через туннель вообще стяжки делают. Ну и... В общем-то, потусовавшись на А, как видим, они решили все-таки стянуться. Ну вот Гвардиан вроде как по тайминг Снейксу подходит. Ну и Верхний Горб, естественно, за ним. Давайте посмотрим все-таки от него, что же нам Владислав Ковац покажет. Вот он начекал уже выход, на него сразу влетает изоляция в виде дыма. Он дает ответную изоляцию, флешка, Верхний Горб не упускает. Вот он момент, когда надо было принимать нижний, но Снейкса просто задавили за поп-догом. Грамотно сыграли немцы. Выпадя на нижний, Феликс... Ну вот, на гвардии она должен выйти. Сейчас пуш, дыму много. Ой-ой-ой, весь белый, просто молоко, труба шатай. Вот он от дыма наконец-то отходит. Ему ассистирует, как видим, рак. Ну, по сути дела, немцы здесь очень-очень ровно сыграли выход. Гвардиан, прицельная игра, и в спину пропустит, не пропустит. Вот Солик это... Ой-ой-ой, увидел, но не убил. Мог сейчас товарищ Ковац потащить, но не свезло, не получилось. Феликс забирает этот раунд копилку команды Alternate. Итак. Итак. Так, слышно. Вроде бы как. Блин, черта с два вот с этим звуком. Просто беда. Все, ворвались в обратку. Так, друзья, привет и все в Твиттере. SL4MTV. Я читать его буду там в перерыве между трансляцией из-за дилея, естественно. И кто туда напишет, того и привет. Попадет в эфир. Ладно, вернемся к просмотру. Пока 5-3, 3D Max удерживают преимущество, но вот немцы как бы намекают здесь своими тремя раундами. Ну и предыдущим в особенности, что готовы разрывать закрытый плент. Вот неудачно, конечно, Снейкс одного оставили, на него тупо сплит, тупо два. Ну минус один, бомба упала, Верхний Горб сразу, естественно, закрывает. Гвардиан должен уже
ну, должен был помогать, но немцы, опять же, грамотно играли. Они не лезут в плент, они не проходят апдаун, они сначала ждут, потом дается еще одна дымовая завеса куда-нибудь к мидлу, чтобы к выходу с мидла, чтобы ВП ничего не смогло сделать. Ну, вот как сейчас, например, да, Гвардиан ждал-ждал, а бомба как раз-таки от фобдога проходила, но прошла она только после дыма, либо после того, как Гвардиан сменил позицию. Но там уже выбора не было, он пытался перестроиться, и защита пока что выбивает, по сути-то, в свою пользу плент. Ну, вот немцы, конечно, с Соликом на самом деле очень-очень-очень грубо играют. Надо было здесь более-менее равномерно как-то сыграть. Ну вот Солик опять сработал в спине, как бы, да, но... Эх, на следующий раунд уже вряд ли, конечно, получится. Хотя для немецкой команды это вряд ли будет важно. 5-4, они деньги-то все равно из дефа выбили. Как бы сейчас уже на 5-5 выходить вообще просто самый сладкий апельсиновый сок. Просто пей, наслаждайся. А вот защита сыграет по ходу фула, как я понимаю. Давайте посмотрим за Гвардианом. Гвардиан воин, просто непобедимый Снейкс. Ну вот сыграли агрессивно. Нормальные такие, да, ребята из 3D Max. Сыграли агрессивно с пистиками на, и сразу open фраг сделали. Ну, в сотку, естественно, не зашли. Там товарищ Солик, который, не знаю, спину морочит просто. И морозит всей команде 3D Max уже. Да вообще, по-моему, каждый девайсный раунд, как видим. Он вот по-прежнему вот в этой вот со своей спине, не знаю. По-моему, это уже кого-то из 3D Max должно было разозлить, как минимум. И даже если не разозлить, должны были сделать какие-то выводы. Ну, как видим, выжидание в доме. Вот ждали Солик из дома. Думали, что его туда загнали, что он оттуда попытается пойти. Ждали на второй девайс, но не вышло, как видим. Ну и в итоге отдача на закрытом на счет 5-5 выходит Alternate Tetex. И у них уже есть, в принципе, необходимое количество раундов, по-моему, чтобы в защите что-то показать веселое. Но 3D Max вряд ли сдались. Вот после таких, знаете, быстрых раундов, когда все... Дрались, играли быстро, агрессивно. Самое время выдохнуть. По-моему, от немцев сейчас стоит ожидать. Не, немцы снова играют закрытый. 3 закрытые, 4 даже через дом там прошли. Может быть, займут апдаун. Вряд ли они будут выходить быстро, дают дым, чтобы занять котлы. Да, будет проход на котлы. Атрака, как видим, сразу же проходит. Ему там накидывают гранату, чтобы он занял нормально эти позиции. И атака контролирует, по сути, сейчас как бы дом. Но вот здесь ни один нежданчик есть. Товарищ Оскар заркадил. Вот если он сейчас увидит зелень, убьет Солика, то это просто все. Это будет кирпич по голове немцам. Но вот нифига он его не видел. Но Капи еще держит зелень. Гвардиан убивает закрытый. Снейкс пытается решетить. Жестко спамит через железяку. На нижнем попадает по ногам. 4 в 4. Падает дым. И немцы снова выходят на закрытый. Ай-яй-яй. Через рака будут играть. И Солик также сможет запереть спину. Но тут все еще круче. Заходящий в спину Оскар облажался. И не смог выждать нужного момента. И в итоге получилось так, что немцы дали жесткий размен. Инициатива за ними. Бомба на руках. 3D Max все стянуты. Солик занимает сейчас туннель. И будет отрезать защиту, которая будет хелпить. И 3D Max сейчас пора. Не знаю. Пацаны, скиньтесь им на вазелин. Очень быстрый Солик не увидел выход с КТ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но справился с Капи, и по инфе даже на Солика никто уже смотреть не хочет, понимает 3D Max, что их здесь два раза обманули, не нужно было играть Оскару очень-очень быстро, надо было выждать просто в доме, чтобы было минус 2 стабильно. Ну и пытаются, как видим, с линка сыграть вдвоем, знают теперь точно, что в планте есть рак, но также понимают, что позиции, скорее всего, все выгодные у атаки, что, в принципе, понятно и логично, как бы Солик туннель, а Камикази у нас был в апдауне. Ну, естественно, сам рак, который раково ползал на пленте. Ну, вот тут рака забрали, нормально PHP. Не отдается просто так, берет АВП Гвардиана, попытается засейвить, а тут вот, ну, давай на сейве стрельбу в упоре покажи, хорош, красава, дай 5, говорит ему Гвардиан. Но только на лане, и дроп АВП пойдет сейчас Гвардиану, скорее всего, как я понимаю. Или ПХП сам с ним останется? Нет, отдал. Отдал все-таки на родину. Могучее АВП. Хотя, насколько оно могучее, пока говорить очень-очень спорно. Да, кстати, друзья, сегодня в эфире, помимо этой встречи, естественно, мы будем смотреть еще 3. Вы могли ознакомиться на vk.com/sl4mtv с расписанием и на ksgostarladder.tv. Так, тут вот Феликс едва-едва остался жив. Не знаю, как его вдвоем тут не закрыли, но должны были убивать, по сути дела. Ну, снова начинается эпопея от 3D Max, снова попытка поджать, и заканчивается она тем, что команда проведет оставшуюся минуту 14 в меньшинстве против уже, по факту, занятого плента. Но тут сейф 3 девайсов, наверное, будет от товарищей словаков, как бы. Ну, вот PHP не согласен, очень агрессивно топал на зелени. Не поняли, по-моему, 3D Max, что плент уже заняли.
Они, наверное, думали, что это... Опа, вот он размен, а вот нифига не так. Что же у нас дальше? Дальше мы будем с вами смотреть, друзья, матч команды Natus Vincere против Russian Roulette. Новички Star серии против, естественно, самой, наверное, известной команды в данный момент киберспортивной. После них мы вернемся вновь к 3D Max, потому что они будут пытать счастье против бывшей команды Скрима Imaginary, топ-3 StarLadder'а прошлого сезона. Ну и на десерт у нас 22.00 по сету у нас ожидает команда NiP, также в схватке с коллективом Imaginary, что, ну не знаю, будет интересным или нет, пока непонятно, но Imaginary, по-моему, пока совсем не торт. Вообще вот странная команда, вроде там есть и Shox, там, да, и Uzi, и... еще ряд игроков, но вот почему-то они все время с папой Озом. По каким причинам непонятно, но явно старина Оз забрасывает якорек, скажем так, да. А, еще тут узнал, значит, недавно читал новости, ну как, относительно недавно, что капитан Карась поедет миксом играть за овердрайва. Кстати, как вы думали, почему такой микс собрался на турнир в Вену? Правильно, потому что овердрайв пятый. Может быть, мы увидим второе возвращение, друзья, киберспорт-туризма на СНГ-пространство. Я считаю, на самом деле, что это плохо, но с другой стороны, пусть едут. Правильно? Правильно. Но результат вряд ли там какой-то будет. Ну, капитан Карась поразвлекается. Так, ну здесь что? Выход закрытый. От Alternate очень медленно, пошагово разыграли. Ну и продолжают разбирать какие-то тут попытки выдать укрепления. Ну вот от инфы отталкиваются, отправляет Гвардиана убивать сразу же, естественно, ближний вагон. Но что-то слишком много у атак живых осталось. 8-5 пока что первая половина идет. Весьма однообразно. Для 3D Max, кстати, это вроде бы дебютное выступление на этой лиге, поэтому этим парням, как никому другим, придется постараться, очень постараться. Тем более у них спонсор теперь, и вообще есть спонсоры, надо побеждать. 3-2. Вот решили сыграть дефолт, слава богу. Только вот посмотрите, как PHP агрессивно играет. Ну вот не хочет он занимать верхнего горба откуда-то отсюда. Почему-то стоит именно там. Ну тут, видимо, какой-то наигранный раунд на закрытом сейчас у 3D Max. Что-то готовое. Оскар минус кристалл. И PHP. Ой-ой-ой-ой-ой. Он не понимает, что надо валить. Сплит-то будет осуществляться. Солик запирает спину. Но вот снова есть сейчас шанс у Оскара, друзья. Но он им не будет пользоваться. Они выжидают Солика. Ну, как я понял, 3D Max знают, что у Alternate одна и та же схема, один и тот же наигранный раунд с Соликом в спине. Он единственное, что только меняет, как бы, да, свою позицию. Опс, минус от Оскара есть, не дал спуститься Камикадзе. Ну, вот после этого фрага немцы должны понимать, что выход на закрытый — это вообще габелла, и надо отойти. Ну, вряд ли PHP здесь что-то даст сделать. Ну, вот PHP какой зажал, ух, по раку. 12 хп осталось. Ну вот, как видим, всего лишь запертый один апдаун. Камикадзе попытался открыться, но без шансов. В итоге тут уже идет перестрелка, но пока она была на равных, Феликс мог уйти. Капи сразу же под вагоном оштрафовал его за то, что тот сыграл неаккуратно. И, естественно, убил. Ну, в последних у нас, естественно, Солик, который пытается играть роль человека, который заходит в спину. И счет становится 8-6. Ну вот, вроде бы 3D Max нашли как-то ключик к тому, чтобы запирать такую атаку. Сейчас мы узнаем, что будет дальше. На голд и в этим временем 200 вьюверов, друзья. Это хорошо. Очень-очень хорошо. Такс. Снейкс закрытый, PHP. Вновь с ним. Звенья не меняют пока что. Словаки, Капи. Вот Капи знает, что там будет сейчас Солик. На закрытом уже есть размен в пользу атаки. Но упала бомба, пришел Гвардиан. И есть верхний горд суппорт. В принципе, вдвоем здесь по силам раскидать оставшуюся атаку, если они, конечно, пойдут. Ну, понимает вот Рак, что надо идти как-то за бомбой, что-то надо делать. Минусует PHP на верхних котлах, 3 в 3. Ой-ой-ой, честное преимущество отдали просто зря, просто зря. Сейчас у Гвардиана будет ситуация Карвалол. Ну, вот сейчас вот он очень-очень дергается, нервничает, не может взять одну точку. Да, все, к нему пришел Капи, который будет смотреть нижний. Гвардиану пора сосредоточиться на верхнем горбе. Как видим, смотрит он его с достаточно закрытой позицией. И вряд ли тут мы его сможем наблюдать. Ну, он там еще присел нормально. Ну, и немцы ждут сейчас второго пришествия. Полетел open,
OpenSmoke на закрытый, Guardian его, естественно, съел, Капи один верхний горб. Ну, пытаются здесь вообще рискнуть немцы по-страшному, вот не зная того, что тут есть товарищ Оскар, падает бомба, и сейчас будет минус Кристал. Ну, вот Оскар знает, что Кристал где-то в упоре, смотрим, забирает его, ждет третьего парня, не видит третьего. Ну, это Солик, и, как я понял, 3D Max уже понимают, что этот парень где-то в спине, вот его можно найти там. Ну, 7-8 первая половина, так вот они играют, вторая будет, естественно, интереснее, и попытаемся ей побольше внимания уделить. Мне интересно, что сейчас будут делать 3D Max за нападение. Просто, опачки, рестартики. Рестартики. Итак. 8-7 первая половина, друзья, забывать не будем, статистика дропнулась, но в любом случае стоит отметить, что 3D Max в защите играли от дефолта, были похожи больше на микс, а у атаки было 1-2 наигранных раунда, которые они пытались реализовать, но вот сейчас фаст-атака, как видим, на А, и основное звено по зелени уже открыло счет в раунде, минус Камикейзи, открывает PHP, окончательно забирая Феликса, это минус апдаун, Слинка пытается ворваться и сейчас разыграть Солик, но... На один, на минус один, всего лишь на минус один, и с тотальным численным преимуществом 3D Max будут продолжать эту пистолетку, тем самым выведут ее, естественно, на счет 8-8, это радует, ну и донищи, хотя Кристалл, может быть, поборется, ой-ой-ой, посмотрите демейджа сколько дал, 13 плюс 26 кп на двоих у 3D Max, у Кристалла 6, но он понимает, что демейджа на нее тоже пытается дергаться, пытается показывать свой левел, и на ходу Гвардиан, и проходил я тут мимо, ну вот он. Товарищ Гвардиан, о котором столько много мы все слышали. Вообще, этот чувак может заиграть в CSGO и заиграть вообще по полной. Об этом известно всем, я думаю, даже детям, которые просто могли насладиться его игрой еще на чемпионате в Праге. Именно тогда эта команда сыграла очень-очень четко с коллективом Very Games и зажгла себя. Ну, плюс они обыграли Z Nation, кто помнит, отправили их домой. Вот агрессивная игра на Дедасте втором, которая была очень-очень четкая, тайминговая, от пропета, с агрессией, влетали, забирали, пушили мид, просто жесть. Ну что, 3D Max тут на Оскаре решили разыграть. Не то, что на Оскаре решили разыграть, просто у него тут вперло то, что он с Глоком уже дал свои три фрага, естественно, его закономерно разменял Камикейзи, но 10 хп у Камикейзи. Опа! Вот это пряник сейчас был в Снейкса. Неприятно, неприятно, конечно, когда тебя так вырубают, вроде бы твоя команда... Доминирует, а? Нифига. Ну что ж. Ну, еще один раунд придется сейчас немецкому дефенсу потерпеть. Вообще, на альтернет ставить, конечно, что-то вообще глупо, по-моему, так как сейчас эта команда явно не в лучшей форме находится. И можно... Вот хотел я посмотреть... Хотел я посмотреть, но, к сожалению, у меня пропало. У меня пропала просто здесь галочка, как бы, чтобы зайти на профиль команды полный. Вообще интересно то, что у них в лейнапе вписан МНЛ, по-моему, именно вот товарищ Камикейзи, это и есть МНЛ. Странности какие-то. Странности. Ух, ну что, 3D Max 5 в одного рачка. Остались, рачок сдаваться, конечно же, не пытается и будет стараться сейчас, наверное, прямо выждать. Ну, там есть, в принципе, красные парни у 3D Max, можно себе выцепить, наверное, какой-то девайс, хотя на следующий раунд в любом случае закупаться придется. Так что это не особо такая нужная затея. Ну, я так, по крайней мере, думаю. Но он все равно просто не хочет себе лишнюю смерть, как я понимаю, взрывается бомба. Ну что, берут у нас ребята из 3D Max сейчас три подряд. Это радует. Немцы не дали никакого отпора на жестком эко-раунде. И, естественно, это приятная ситуация для 3D Max. И они сейчас попытаются нарастить. Но первая половина 8-7 в пользу Alternate за сторону атаки, которая действительно пока что почему-то напоминает сильную. Но такими усилиями, конечно, немцы взяли в первой половине. Ну, видно было, да, вот то, что 8-7, старались изо всех сил. Здесь их на 3, конечно, прокинули. Ну, ничего, 10-8, 2 раунда преимущества за 3D Max. Они его, естественно, полны желания нарастить. И сейчас у них готовится
Выпад на котлы. Котлы занимаются. Солик, по-моему. Опа! На минус 90 сразу. Граната влетает, но уже поздно. Бомбит флешками. Гвардиан взрывает Снейкса. Подкинул тиммейту просто какаху. Молодец. И пришла хелповая. Альтернативно закрытый идти. Походу резона нету. Есть ВП в исполнении Кристалла. Он может просто сейчас верхний горб спокойно закрыть при выходе, но не закрывает. Падает там Капи. Божьим чудом забирает Солика. Ставится бомба. Защита не ломится. 3D Max, кстати, посмотрите, какие сдержанные. Никто никуда не спешит. Никто никуда не бежит. Понимает, что у немцев будет достаточно спокойное выбивание. Капи просто дожидается в упоре и играет, в принципе, как самый настоящий профессионал. Дожидается и Оскар здесь тоже своего друга Рака, забирает его, и немцы по одному, ну, неорганизованно играет Alternate Attacks вот в защите. Ну вот тут 3D Max хватало хотя бы, не знаю, инфы и тимплея по взаимодействиям в первой половине. Это было видно, когда вот немцы играли свои сверхраунды. 4 выходило на закрытый против одного. Открывались, ставились бомба, плюс Солик был в спине. Вот 3D Max, когда оставались в ситуации 3 в 4, они прекрасно понимали, что минус одного дали, один по-любому в спине. Они нормально реагировали, они фокусили сразу же по двум позициям. Где-то в паре играли, и вот именно такая игра парная в микромоментах, она и решила. Ну, не то чтобы она решила все, но какие-то раунды там по-любому 3D Max забрали как раз из-за тимплея в сложной ситуации, а вот Alternate его не проявили. У них выход на закрытый, они его продинамили, боялись то ли аркады в спину, то ли непонятно, но фишка в том, что верхний горб вообще никого не убил. Чувак на пленте просто так подарился. Ну, ладно, еще там то, что 10 хп вначале осталось, это не особо. Конечно, важно. Там главное, что инфа должна была пройти. Она прошла, но закрыть почему-то не смогли такую атаку. Ну вот по ногам сейчас у нас. Оу! Оу! Ну флешка, конечно, не самая лучшая здесь от Кристалла. Но, тем не менее, он ушел от прострела, который мог быть. И Солик ему помог сделать минус. Забрали Снейкса на закрытом. 3D Max делают диверсию на А. Ну, естественно, у них там в планах развернуться и уйти. Капи! Ать! В спину-то зашли! Девайс Кристалл взял! Давить не будет! Выходит у него ПХП! Ну что будет? Нет, PHP ставит КПачку. Зига закрывает моментально Камикейзи. И что будет делать Гвардиан? Ну вот он знает, что есть Зиг, знает, что есть также на сцепке, либо внизу. И Гвардиан не видел просто под собой оппонента и отдал ВП Феликсу. Alternate Attacks. Вот так вот размансывали 3D Max. 4-1 во второй половине, друзья. Общий счет 9-11 в пользу команды 3D Max. Пока все более-менее неплохо на самом-то деле складывается. Я думаю, 3D Max вряд ли расстроились такому повороту событий. И сейчас нас стоит... Ну, вот сейчас, наверное, стоит попытаться сыграть агрессивно с немцами. Это как бы нормально будет. Нормальным поворотом событий, по-моему. Так, Оскар у нас разыгрывает по центру. Так, интересно, здесь PHP, зелень, и, как видим, чекающего парня не смогли перехватить. Подсадка не сработала. Но известно теперь в защите, что 2 на зелени. Хотя это не важно. Если 2 на зелени, по логике, это как бы 300, либо там еще кто-то есть на сотке, и кто-то есть в апдауне по-любому. Апдаун, кстати, никто в упор немцев не запирал. Это шанс, на самом деле. Это шанс для того, чтобы открыться на закрытый. Надо только минус на сделать. По-человечески. Вот сейчас будет пытаться PHP здесь нам показать могучесть. Но вот пытается выйти. Но очень-очень жестко, конечно, он палится в такой расклад. Гранату еще не накинул. Нормально его там простреливают с туннеля. Вот он тоже демейдж дает вовремя, но врыву в упор проигрывает. Ну, немцы что поняли? Тут на зелени один брыкается. Давай выпад. Давай, все. Сыграли выпад. Минус один на закрытый без дыма выходят. Ну, это я не знаю, что это цирк какой-то. Или они дымом промахнулись. Ну, короче, бомба упала, остался Оскар, и ему никто Оскар здесь не даст. Сейчас это уж точно. 4-2. Все-таки это борьба. Это борьба, и эти парни будут друг друга терпеть, не любить и не обожать. Как я понимаю. Открою пока что параллельно Star Ladder. И почитаю, что там вы написали веселого в комментариях. Так, там идет обсуждение слова «друг». Весело. Трансляция по CSGO. Мы вас всех любим. Спасибо, что вы с нами. Ну, а мы вернемся к просмотру. И, как видим, эко-раунд вынужден сыграть 3D Max. Сейчас он реально вынужденный. Я считаю, что они сами себе напортачили в предыдущем раунде очень-очень много. Вот. Но играли они явно что-то там заготовленное, либо какой-то свой наигранный раунд. Просто они не готовы там, да, к тем позициям немцев, которые они у них были. Но я думаю, следующий бай будет очень-очень агрессивный.
3D Max. В противном случае либо очень-очень и очень медленным просто. Просто до этого медленно сыграть не получилось. Здесь же на агрессию немцы вряд ли смогут ответить тем же. Ну вот стиль игры у них не тот. Плюс первые как бы три раунда, да, там первая пистолетка агрессивная показала, что можно немцев просто сбить сходу. Плюс полубыстрый такой девайсный раунд был сыгран один. Так что все может получиться. Так, ну, по тем же ролям у Alternate, в принципе. Все то же самое. И тот же раунд делают сейчас ребята из 3D Max, что странно. Капи, зелень плюс. Опс, на этот раз Капи ставит пачку. Подсадка не сработала, но она не потребовалась. Оскар минусует. Рака с апдауна открылся в этот момент, естественно, Снейкс. И с Оскаром они подготавливают сейчас апленд. В апленте у нас стоит Феликс, который отбивается от одного игрока атаки на зелени. Но, по сути-то дело, Кристалл. Ну, вот у Кристалла есть шанс сейчас сыграть. Новый пэт! Гвардиана на вагоне. Вот это да. Ну, это, конечно, нежданно. Это нежданно. Ну, вот разобрать смогли. С опен фрага начали. И на пятой линии сложилось два игрока защиты, которые дефили плент. Апдаун надо занимать, ребята. Хотя, что-нибудь 3D Max, что Alternate никто не занимал. На средней стадии раунда, правда. В первой половине там были какие-то попытки постоять, подождать. Ну, у того же Оскара, который заходил в спину два раза, и два раза это было кровавольным просто эпичным моментом. Так, Оскар, центр, Гвардиан. Так, ну что, тут выход закрытый, и под молотов Солик сейчас их принимает. Дает молотов, чтобы на него не прошли. На заходе первого съедает моментально, падает Снейкс. Ну, размен от Капи, а ВП от Гвардиана будет крыть дальнюю дистанцию. Общая ситуация, как видим, 4 в 4. Извиняюсь. И, как видим, все у 3D Max в порядке, спокойно. PHP будет ждать со сцепки. Стоит в дыму, ждет верхний горб. У него вообще ситуация кровололо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот дымом не закрыло. На выбивание вышли Alternate. Дым закончился. И не дают практически никаких шансов сейчас атаки отстоять. Капи пытался выровнять как-то ситуацию. Но позиции в упоре, во-первых, не сработали. Плюс АВП от Гвардиана гуляет на нижнем. И это легкая добыча вновь для Alternate. Атак с 5-4 во второй половине. Ну ничего, неужели они 8-7-8-7 по половинам сейчас сыграют? Это же будет жесть. Давайте посмотрим, что во второй половине вообще интересного по статистике. Кристалл 7 на 7, 5 на 5 у Феликса, Рак 6 на 7, 6 на 5 у Камикейзи, Солик 4 на 6. Ну, у всех почти по MVP, кроме Солика. Ну, вот Солик такой чувак, я даже не знаю. Вот в первой половине играл как... Вот если бы они с Раком, не знаю, поменялись никами, да, то, наверное, игра Солика в первой половине соответствовала бы этому слову Рак. Ну, просто вот он столько терпел, а здесь... Ну, здесь минус один дает стабильно пока. На закрытом, судя по игре. Вот 3D Max что-то новое. Ну, в ожидании. Вот они думают, что немцы сейчас пустятся в пляс после взятого раунда. Порадуются, но, как видим, все закреплено. По позициям. Так, Рак у нас в перемычечке. Так, нормально. Солик не справляется с задачами на закрытом. И вот сейчас ответственный момент. По сути, здесь... На закрытый идет фейк, как видим, да, Оскар проходит медленно в сотку, да, падает Кристалл, так, Кристалл дает минус АВП, его убивает Гвардиан на закрытом, и все, все, можно с бомбой делать, можно с бомбой делать, 3D Max, что же вы встали-то, что же вы встали-то, ребята, уху, и вышли, на, но опять же с прокидочкой попали, конечно, на Камикейзи, но это лишь потому, что они задержались, вот они, видимо, знаете, делают свою какую-то заготовку, они уверены. Ой-ой-ой, Камикейзи промазал, второй раз промазал, 74, все, ну ты тут легкая добыча, но есть тиммейты, которые из зиги выходят, отвлекают на себя внимание, соответственно, минус АВП не лишний, PHP, минус Камикейзи сразу, 2 в 2 ситуация, бомба в точке, есть игрок встал, Оскар гуляет на единицу, у него здесь самый ответственный момент, главное, чтобы 100 не сдохло, и Оскар, ой-ой-ой, падает, падает, остается один, падает сотка, бомба дефится, что делать-то, ставит пачку, бомбу не дефит Феликс. Разводит Оскар, великолепная игра на Галиле против бомбы, и два игрока команды Alternate не смогли его фокуснуть. Ну еще три нужно, 3D Max, еще три раунда, и ребята могут смело довольствоваться удачным дебютом на SL TV Star Series. Пока что непонятно, насколько. Насколько он, конечно, смелый. Сегодня еще просто у ребят игра с Imaginary, друзья. Это топ-2 Франции, по-моему. Ну, вот МХО, если там брать Варигеймс и Imaginary, то именно Imaginary это топ-2. И давайте смотреть. Выход зелень. Феликс на хилпе. Камикейзи. Ой, там сейчас будет просто жесть. Кристалл уже ждет на туннель выпада. У Камикейзи здесь в
Вообще какая-то фантастика непонятная. Он стоит в дыму. Ну вот зажал бы сейчас, и просто все посыпались. Ну, дым, конечно же, входит прямо в зиг. Вошел. Ну, поменялись позициями игроки атаки и защиты. Феликс один на Айо. На него уже играет Гвардиан сейчас, который должен убивать. Если Гвардиан его убьет, то это, по сути, открытый плент. Минус Кристалл. Ну вот, три дамаг здесь вот непредсказуемо. Выходят с линии, не идут открываться, не сидят. Просто запирают аплент, забирают также Феликса. В итоге минус два сходу. Камикейзи еще один фраг с единицы. Давит перемышку, минус Капи. Что ж, три дамаг на него на одного-то все решили отдаться. Самый непредсказуемый чувак. На нем еще и бомба лежит. Снейк дождался экшена. Камикейзи, ну там выбора не было, надо было менять позицию просто. Соперник уже знал, кто где. Солик остается последний. Ну, вот Солика сейчас просто должны, оп, зачекать. И все, гуляй, родная. Здесь только минус 2 спасет твою команду. Ну, тут еще и бомба встала. Минус точка. Отлично, 1-1 со Снейксом. Обратите внимание, как Снейкс играет с первой линии. Соликс проходит зелень. Снейкс просто ждет. И вот мне интересно, Солик сейчас будет чекать такой расклад. Да, видит, чекает. Красный остается. 1-1. Плент прошел. Плент можно дефить сейчас. Ну, Снейкс. Развод на деф от Соликса, и Солик убивает 14 хп, ой-ой-ой. Взятый раунд команды 3D Max просто из лап, из рук, не знаю, вот прямо из игры просто вырвал Солик сейчас. Ну, это удачный стрейф. Тут, конечно, Снейкс в индивидуальном плане заволновался очень сильно, но он ожидал, наверное, что... Он понял, что он попал по Солику очень плотно и ожидал, скорее всего, моментального дефа, да, то есть, что чувак не будет разводить, но вот именно развод в этом микромоменте Снейкс вообще, ну, мог деморализовать. Ну и это эко для 3D Max команда, а вот Alternate Attacks пока набирают, еще раз набирают, у них уже 13 раундов, они сравнивают счет, по сути дела, розыгрыш 14-го пока достаточно непонятный, потому что у 3D Max пистолет работает, бомба ставится, все хорошо, Капи. А, взорвали бомбу. Не дали ее поставить Снейксу. Но остался один Солик. В том раунде смог. В этом раунде... Ну, в этом раунде другие ставки, на самом деле. Здесь по-любому надо брать. Как бы... Тут, если не возьмешь, тебя тиммейты сожрут. Это все-таки 14 раунд. Тот самый долгожданный, сладкий 14 раунд, которого все ждут всегда. Потому что за ним идет 15-й, а после 15-го вообще крушу ломай. Там 16-й и... Вновь 14 хп. Ну, а Капи здесь десяточка, так нормально, набрал себе флешек, посмотрите, гранату подобрал. Ну, армор бы вот еще подобрал, вообще чувствовал бы себя супер человеком, прочекал плент. Пока что он в недоумении, где же ты, чувак, пытается найти бомбу, забирает бомбу внутри плента, и Солик выходит на него с перемычки. А Солик слышит, что, о, это, короче, вот что это, друзья. Ну, Капи, конечно, правильно подумал, что не надо нас ставить, потому что... Потому что там Солик мог быть где угодно. Во-первых, он мог там обходить закрытого, да, и сидеть в апдауне. Он мог обойти в дом, зайти в стол. Он мог там вообще обойти на зелень в спину совершенно спокойно. А он просто стоял в перемычке и дожидался в зиг. Да, от Капи. Но тут еще натопал очень плотно на планете. Если бы он подобрал бомбу и попытался поставить, или хотя бы отойти на зелень, подождать, то шансов было бы больше. Но время. Время тоже, конечно, там было не резиновое. Нужно было что-то делать. Ну и у 3D Max готовится фейк. Фейк. Вновь фейк. Они будут разыгрывать в сторону закрытого. Хотя это может быть сплит вот такой. Ну, мы часто видели выход на Б, когда 2 или 3 типа проходят через коридоры и занимаются вот здесь вот все. Потому что 2 есть на котлах. И, по сути, вот Солик на позиции, которая стоит, он там вообще ничего не должен делать. Ну, то максимум там минус один, и его должны сразу разменять. Но не таких планов, здесь просто фейк играют без каких-то новшеств, изяществ. Выходят, но кладет их не Солик, а Ракс сплошным зажимом. Простым зажатием левой кнопки мыши в дым. Упала АВП, и вот 3D Max стоит в тупичок. А раунд-то ключевой, раунд вообще самый-самый важный. Оскар! Аплент. Открыл хорошо, тиммейты пришли, флеш дали. Все, осталось только выиграть перестрелку с самой... Ну, вот с иксом перестрелку выиграть, конечно, сложно. Здесь на иксе у Феликса просто бёрст и 15 раундов за альтернейт атак с друзьями. Ну, вот так вот немцы показывают себя. Но, тем не менее, вот по национальному-то уровню, наверное, все-таки у немцев CSGO поболее пошел, чем во всех остальных странах, ну не во всех, в Польше CSGO хорошо тоже пошел. В Германии просто есть такая замечательная Бундеслига, как бы, да, и именно эта Бундеслига заставляет команду постоянно тренироваться. Единственным вот минусом это
наверное, для немецких команд является то, что они на турниры европейские и мировые будут выбираться, ну, неподготовленными просто против... Они готовы там играть друг против друга, но вот здесь вот 3D Max, да, навязали плотную борьбу, на самом деле, немцам, как бы то, что здесь сейчас заканчивается со счетом, ну, вот если сейчас немцы как бы берут, да, и выигрывают на этой карте, то это на самом деле ничего и не значит толково, потому что я уверен, что у 3D Max есть в копилке пару тузов, в рукаве, вернее, пару тузов, Гвардиан уже пишет ГГ, ну и я тоже, наверное, сообщу им, что ГГ, друзья. Так, ну что, матч закончен, 16 раундов за командой Alternate, 13 раундов берет команда 3D Max. Счет 16-13, карта D-Train, ну и еще раз, наверное, составы на ваших экранах, которые сегодня выступали. Гвардиан, PHP, Snake, Suna, Капи, это состав команды 3D Max, ну и Alternate, это CSKA, Felix, Crystal, Solik, Rak, вообще там вроде бы как играл MNL вместо ESKA, но я думаю, что это был ESKA, потому что он на ESL, на ESL в профиле является тим-капитаном. Эх, ну а дальше нас с вами ждет небольшая рекламная пауза, друзья. Все приветы ваши я буду читать сейчас в Твиттере, twitter.com/sl4mtv. Пишите мне прямо туда, спамьте мне прямо туда что-то хорошее, веселое. Можно даже какие-то картинки. Ну и после этой встречи мы к вам вернемся уже с матчем Na'Vi. Na'Vi против Russian Roulette. Russian Roulette. Русский рулет. Вот, ну и будет весело, оставайтесь с нами, никуда не уходите, после рекламы все будет круто. За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств привык. Сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет... Отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись. Оставь розетку мне. Мне надо срочно обновить свой блок.
У меня заряда еще на несколько часов. Это же ультрабук. Все в порядке. С ультрабук все прочее кажется старомодным. Представляем ультрастильный ультрабук с ультраемкой батареей. Новую категорию компьютеров на базе процессоров Intel.